Всем весенний привет! Сегодня хочу вам предложить посмотреть и вспомнить детство. Наверняка все мы кушали бабушкины калачики. И вот в памяти своей бабушки я решила их постряпать. Я рецепт теста уже приготовила. Если кому-то нужен рецепт, то я могу потом ответить, написать. Тесто мягкое получилось. Я делаю его на сметане, как бабушка. Добавляю, ну, сверху посыпаем потом пудрой. Ну, бабушка, конечно, этого не делала, тогда пудры не было. Но, тем не менее, сейчас мы будем резать. Ну, мягкое прям тесто вообще. О, прям вообще хорошее тесто. Посмотрим, что выйдет. Давно их не делала. Бабуля их часто очень делала. Мы обожали просто их. Она всегда на сметане делала. Кто-то на кефире делает теперь. Ну, я по ее рецепту. Тесто быстро делается. Так. Еще некоторые почему-то делают в духовке. Ну, конечно, наверное, в духовке полезнее, но я буду жарить в масле. Хочу прям такие же, как у бабули. Ну, такие же, конечно, не получится, но все равно. Вот такие вот в сыром виде. Сейчас будем печь. Так, масло я накалила. Накалила. Так, опускаем. Струйка маленькая, много уходит. Так. Вот так вот жарим. Ох, любили мы в детстве. Так. Перевернуть. Как быстро. Очень быстро готовится. Тесто очень быстро делается. Ну, наверное, многие делают. Красавцы. Можно убавить немножечко. Маленькая кастрюлька. Вот. Калачики наши. Пускаем еще. Мне все говорят, что я разговариваю, пишут, то есть, что тихо говорю. Я не умею громко разговаривать. И не люблю, когда громко разговаривают. Или орут. Ну вот,
вот все, что у нас получилось. Вот такие вот калачики из детства. Чаек английский. Всех угощаю. На улице солнышко у нас сегодня светит. Жизнь прекрасна. Если вам нравятся мои видео, ставьте лайки, подписывайтесь, пишите, задавайте вопросы. Давайте общаться. Всех обнимаю. Пока!